Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу сделать с вами мышку с сыром. Для работы нам потребуется цветной картон, пластилин и стека. Сначала мы сделаем сыр. Для этого от желтого пластилина отрезаем кусочек и делаем из него шарик. Шарик расплющиваем, чтобы у нас получилась большая лепешка. Получившуюся лепешку прилепляем к картону, хорошо прижимая края. Из оранжевого пластилина делаем небольшие шарики и прилепляем их на желтую лепешку. Это будут дырки на нашем сыре. Сыр готов. Начинаем делать мышку. Мышка у нас может быть любого цвета. У меня будет розовая. Делю кусочек пополам. Из одной половинки делаем большой шарик, из другой 4 одинаковых шарика и длинную тонкую колбаску. Большой шарик слегка расплющиваем, придавая форму овала. Это будет голова нашей мышки. Прилепляем голову поверх сыра. Из двух шариков делаем лепешки и прилепляем их на голову. Получаются ушки. Два других шарика слегка раскатываем, расплющиваем и прилепляем снизу. Получаются лапки. Из колбаски делаем хвостик. Из двух белых и двух черных маленьких шариков делаем глазки. Раскатываем небольшие шарики одного цвета. Один шарик это будет носик. Еще двумя украшаем ушки. А из остальных делаем подушечки на лапках. Разноцветными шариками можем украсить нашу картину. Ну вот и все, наша мышка готова. Пока-пока, ребята! До новых встреч!